Ремонт – это слово способно повернуть в дрожь любого. Материалы дорогие, работа кропотливая, и все затягивается надолго. Как не превратить ремонт в пытку? Мы поговорим об этом с архитектором-дизайнером Вероникой Соловьевой. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, как давно вы работаете дизайнером и кто являются вашими клиентами? Я работаю дизайнером порядка 5 лет. Моими клиентами являются люди весьма очень интересные, зачастую неординарные, с интересным мышлением и щедрые. Ну вот сразу же следующий вопрос. Наверное, работу дизайнера могут позволить себе только состоятельные люди. Или все-таки можно найти такой вариант эконом, чтобы и не совсем такие богатые, обеспеченные, может быть, люди могли себе позволить пригласить настоящего профессионального дизайнера? Дизайн не должен быть дорогим. Его могут позволить себе абсолютно все люди, независимо от их достатка. Расскажите, пожалуйста, чем отличается вот обычный ремонт от дизайнерского? Дизайнер помогает увидеть проект заранее, то есть увидеть всю квартиру так, как она будет выглядеть уже после ремонта. Соответственно, на этой стадии можно уже решить некоторые нюансы подборки цвета, подборки деталей, чтобы все сочеталось, было удобно в использовании. Также продумать электрику, сантехнику, то есть именно на стадии проекта, а не в процессе ремонта. Вы готовите только проект или помогаете в процессе? Допустим, советуете, где найти материалы подешевле, но более качественные? Например, какие обои подойдут? Где их вот эти вот обои купить? Как лучше поклеить, допустим? Я не оставляю проект без авторского надзора и обязательно слежу за строителями и строительными материалами. Также езжу и закупаю эти материалы за клиента. А как вообще обычно это происходит? Вот приходит к вам клиент и говорит, допустим, я хочу, чтобы было вот так вот, вот так вот, вот так вот. Или у него нет никаких идей, тогда вы предлагаете какие-то свои готовые решения. Как это происходит? Конечно же, часто бывает, что клиент уже приходит со своими мыслями, он уже посмотрел какие-то журналы, побывал в интернете, то есть сделал какую-то подборку. Но он не может сформулировать свои мысли в четкую картинку. И для этого, собственно, нужна я. Если клиент приходит без идей абсолютно, то есть не знает, чего хочет, то всю работу проделываю я, то есть подбираю различные стили, то есть сначала смотрим какие-то аналоги. И дальше уже, понимая вкус человека, я могу предложить ему какие-то уже решения. А вот в процессе обсуждения работы бывают ли какие-то жаркие споры? Каждый из вас отстаивает свою точку зрения, доказывает, убеждает? Конечно, я не стараюсь убедить клиента сделать так, как хочу именно я, потому что жить приходится потом ему в этом пространстве. Но какие-то технические споры, да, я могу настаивать на них. Что вы считаете главным в работе дизайнера? Главное в работе – это правильно обустроить пространство, сделать его эргономичным, красивым, удобным в использовании, учесть все пожелания клиента. Есть ли сейчас какие-то модные тренды в оформлении интерьера? Может быть, какие-то очень популярные материалы, допустим, особый вид линолеума или обоев? Я считаю, что модно абсолютно все. Можно сочетать различные стили, также и вернуться назад в прошлое, взять оттуда какие-то элементы декора, например, кирпич или камень, то есть какой-то, может быть, там замковый стиль. Но очень популярны сейчас скандинавские стили, европейские, то есть с использованием минимум элементов декора, но максимум наполнения мебели. Сейчас время как раз отпусков, и очень многие задумываются, не начать ли ремонт, а может быть, кто-то уже начинает свои квартиры преображать. Вероника, как вас можно найти? Меня можно найти на сайте design-nika.ru, либо по телефону 238-07-45. Отлично. Ну что ж, большое спасибо за ваши ответы на наши каверзные, может быть, в какой-то степени вопросы. Мы желаем удачи в вашей работе. Дорогие друзья, сегодня в гостях у нашего утра была Вероника Соловьева. А в продолжении темы мы поговорим о том, где в Челябинске выбрать красивые модные обои.
Испокон веков люди украшали стены своих жилищ и прошли все стадии – от шкур в пещерах до высокотехнологичных обоев в коттеджах. Современный рынок предлагает разнообразие обоев. С их помощью можно украсить любое помещение, не прибегая к дополнительным материалам. Самый большой выбор фактур и расцветок найдется в салоне модных обоев «Особняк». В нашем салоне представлен широкий выбор обоев под окраску, элитных обоев под заказ, фресок, декоративных панно, фотообоев. Специалисты салона хорошо знакомы с тенденциями моды. Без труда могут подобрать для вас подходящий вариант обоев, а также всех сопутствующих товаров, а именно клея, инструмента, краски, колер. Правильно подобранные обои помогают воплотить любые интерьерные решения. С их помощью исчезают проблемы низких потолков и темных помещений. Удачно подобранные орнаменты легко зонируют квартиры студий, выделяя активные стены и приглушая зоны отдыха. Возможность создавать индивидуальное жилье привлекает даже дизайнеров одежды. Именитые кутюрье переносят свои фантазии на обои, создавая особенную уютную атмосферу в любом помещении. В настоящее время активно развивается совместный проект с немецкой фабрикой Rush, ведущим производителем обоев по всему миру. У нас представлен весь ассортимент продукции этой фабрики. Рассмотреть в скрученном рулоне будущий комфорт практически невозможно, поэтому в последнее время большинство новоселов обращаются за помощью к дизайнерам. Советы профессионалов помогают воссоздать в доме такие оригинальные решения, на которые у вас просто бы не хватило смелости. Какие-то интересные решения можно рассмотреть на стадии проектирования. Дизайнеры представляют свои проекты в виде 3D-эскизов. Вот представьте, висели в магазине вот эти клетчатые обои и деревянные доски. То есть, соответственно, не совместив их в эскизе, их невозможно было увидеть вместе. А в действительности выглядит очень интересно. В салоне «Особняк» большое разнообразие обоев. Консультанты подскажут современные тенденции и подберут сочетание фактур. Кроме этого, для вас всегда большой выбор каталогов, по которым можно заказать самые невероятные и эксклюзивные обои. Здесь же вам предложат помощь дизайнера, который хорошо знаком со всем ассортиментом и создаст в вашем доме неповторимый стиль и комфорт.